Ну, всем привет, салла. Кратко, сегодня мы поиграем в игрушечку под названием Empires of the Indigrowth. Вроде как-то так, надеюсь, правильно произнес. В общем, игрушечку мне также посоветовали в комментах. Это у нас «А что если?» или же «Первый взгляд». Играем, смотрим, если понравится тебе и мне, то мы продолжаем. Опять же, собираем всякие разные лайки, собираем комментарии из разряда «Лаградка, я хочу, чтобы ты эту игру прошел», либо хотя бы еще немножечко позаписывал. Кстати, там муравьи ползет, если что, будем. Вот. И, короче, опять же, мне в комментах написали, сказали, мол, Лаград, поиграй, я вот жду. Вот еще на стримчике недавно мне тоже там говорили, мол, я все еще ее жду. Ну, вот, наконец-то, ручки у меня до нее дошли. И, собственно, есть еще одна интересная игра, которую хотел бы во что если кинуть. А потом, после вот этого всего веселья, я бы хотел бы сделать голосовалочку на тему, какая из этих вот игр, которые я сейчас недавно во что если записывал, вам понравилась. И какую добавить на полное прохождение. Опять же, будет голосовалка, там будет пару игр. И, собственно, как-то так. Ладно, давай-ка начнем. Если что, эта игрушечка у нас про, как-то уже полон муравьишек. А точнее, про их колонию. Будем сейчас ее развивать, будем дальше что-то делать. Я пока вот больше ничего об этой игре не знаю. Где-то ее видел, что-то про нее слышал, но что-то, как обычно, руки не дыхали. Кстати, там паучок. Гниющее бревно. А паучок это дополнительно в этом скрытом и темном углу пауке волки просыпаются в голову. Интересный момент. Это просто приколюха, видимо. Доп. Уровень, где ты можешь поиграть за паучка. Прикольно, весело, давай на обратно на рабочий стол. Так, давайте про нормальную игру начнем. Формикари. Собственно, новый формикари, я уж, по-моему... Это что-то делал. Короче, колор, это цвет муравьишек у нас будет красный. А сами муравьишки будут называться... Моторчикус. А, моторчикус обыкновенникус. Собственно, если из зала существует такой вид муравьев, литовский, если что. Вот, не латвийский, а литовский. Вот, и пьют они исключительно, вообще жрут только квас. Собственно, неубиваемые муравьи, самые топовые и там подобное. Так, я где, я что, это занавеска какая-то или что такое? Эх, походу, королеве нравится ее дом. Восхитительно, она уже начала размножаться, как хорошо, что нам попался такой здоровый экземпляр. Уж, Мария. Как скоро мы сможем наблюдать межвидовой полиморфизм? Нужно проявить терпение и дай им время освоиться. Я оставил им немного еды. Скоро можно будет подсадить в колонию муравья формка фумас какой-то и наблюдать за его реакцией. Отлично, и не забудь информировать меня о происходящем. Какие... Прикольный курсор, который в реальном времени нам тут тени всякие разные рисуют. Интересно. Так, добро пожаловать в формикари. Это ваша основная колония, которую вы будете использовать для прохождения уровней испытания формикари. Для развития основной колонии используются два типа ресурсов. Несуществующие на других уровнях территория и для расширения формикари и моточную облачку. Окей. То есть у нас есть... А в смысле, не существует на других уровнях территории. И мазочное молоко, хорошо. Время от времени здесь появляется уведомление буква И. И подсказки, значок лампочки. Правым щелчком мыши убирает иконку, их появление можно отключить меню настройки. Кликнув на иконку в правом верхнем углу, можно отключить конкретный вид сообщения до конца текущего уровня. И, собственно, вот это. Окей. Так, это подожди, немножечко опожи. Для расширения колонии вам понадобится свободное место. Если не выбран никакой инструмент, левой кнопкой мыши можно выбрать ячейку для раскопки. Рабочие сразу же возьмутся за дело, если ячейка находится в их досягаемости. Чуть южнее вашей королевы находится немного пищи, выделенной зеленым кунтиром. Контром. А продолжай продолжить эту туннель между вашей королевой и едой. Продолжай. Давайте, мои маленькие муравьи, вам нужно много места. Ройте, ройте. Они начинают расширить территорию. А это хорошие новости. Так, давай тогда расширим, чё. Что-то не так? Они не проявляют никакого интереса к пище, находясь всего в нескольких сантиметров южнее от их королевы.
Если их из-за стресса они не могут собирать пищу, то нам придется их заменить и начать сначала. Какая трата. Так, пацаны, вы там никого не меняете? Все со мной нормально, просто есть и хотим, и все. Увидев что-либо пригодное в пищу, муравей попытается отнести это на хранение в гнездо, если там достаточно свободного места. В правом верхнем углу можно увидеть количество хранящейся в гнезде пищи, которую можно использовать для создания построек и выведения новых муравьев. Собственно, 5 из 70 еды. 7 семей муравьев и какая-то другая веселуха. Вот это я пока не понимаю, что это такое. Наверное, нам попозже немножечко это расскажут. И какая трата. Управлять этим мы никак не можем. Ты что такое? А, они теперь идут. То есть, все-таки муравьи, они идут. Только как конкретно человек куда там нажал и что произошло, тоже пока непонятно. Так, свободный рабочий может отнести яйцо от королевы. Яйцо королевы в ясли. Эти яйца будут развиваться, и через некоторое время из них вылупятся новые муравьи. Каждая ясельная ячейка добавляет одного муравья соответствующего типа в вашу колонию. В случае смерти муравья на его ячейке за дополнительные ресурсы можно вырасти новый. Может вырасти новый, невидимо, муравей или что-то другое. Хорошо. Дальше еще. Теперь, когда у вас достаточно ресурсов, стоит вложиться в новых рабочих. Перейдите ко вкладке «Ясли» в правом нижнем углу. Затем выберите рабочего формика и рептюр. Вы можете выбрать любую свободную ячейку для постройки ясли рабочих. Если у вас достаточно ресурсов для желаемой постройки, то один из свободных рабочих сразу же возьмет за дело. Так, подожди, а теперь вот интересно. В правом нижнем углу, вот он, свободную ячейку для постройки яслей. А где ясли? Что из этого ясли? Интересный момент. Вот это ясли, а это похоже больше на еду какую-то. А как ясли-то выглядят? И потом выберите рабочего и название, видимо, самого вида. Где название самого вида, или я должен типа знать, что вот эта вот зеленая красная херня — это мой вид? Странно. Что из этого? Вот это вот, наверное, ясли, да? Меню ясли. А, то есть мне... Вот зачем делать вот такие вот приколы, если можно было просто мне выделить и сказать вот это ясли? Непонятно. Никогда не понимал, почему так обучение делают. А это не первая игра, которая вот такой херню страдает. Хорошо, давай тогда ясли себе сделаем. У вас недостаточно пищи, чтобы создать эту постройку. Королева начала откладывать новые яйца. Замечательно, скоро колония начнет процветать. Скоро это когда? Так, давай тогда и тут тоже сделаем. Вот, я готов. А в нижней части экрана находится панель управления. Вы можете делить имеющихся в колонии муравьев на группы, перетаскивая их мышью из группы ухода за гнездо в другие. Вы можете давать группам команды, направлять их в желаемые точки. Для этого выберите группу и кликните правой кнопкой мыши по пустой ячейке. Муравьи направятся туда. То есть, допустим, вот у меня группа уже есть, группа 1. И вот как раз я их направляю. И они туда сейчас пойдут. Ну, типа. И тем временем они как раз собирают всю вот эту еду. То есть вот это группа просто лентяев, которая никуда и ничего не шла. Генный вор. Сдавай секс. Камера хранения припомнит. Муравьи больше не могут собирать еду. Хорошо. Дальше. Производительность колонии зависит от устройства гнезда. Муравьи двигаются медленнее по ясельным ячейкам, поэтому их стоит строить в отдельных закрытых помещениях, соединенных коридорами. Расположение в коридорах ячеек с эффектом ускорения делает перемещение в колонии еще более эффективным. То есть... Не зря вот такую вот штучку решил сделать. Вот, а вот тут вот у нас будут снова свои вот эти вот веселые ясли. Ну, типа, нам они, наверное, нужны. У вас недостаточно пищи, чтобы создать эту постройку. Хорошо. Вот это вот выкопайте, чтобы нормально тут проходить. Так, хорошо. Дальше что? Хранение. Вы, допустим, будете у меня во второй кладке. Хорошо. Слева на вашей панели управления находится группа по уходу за гнездом. Рабочие этой группы выполняют различные работы внутри гнезда. Например, рытье туннелей, доставка яиц в ясли, возведение и улучшение построек.
Слева на вашей панели управления находится группа по уходу за гнездом. Это вот эта вот, наверное, группа, если я не ошибаюсь, да? Окей, ну то есть я все-таки был прав, это необычная группа, и она нам нужна именно тут. Поняли. Дальше. В левом верхнем углу находится диалог выбора уровня. Там и вы можете выбрать один из доступных уровней или одно из испытаний Формикария. Пройдя один из уровней, вы получите награду в виде ресурсов для усовершенствования вашего Формикария. В испытаниях Формикария будет задействована ваша основная колония, поэтому перед началом следует удостовериться в своих силах. Не. Подсказки на этом уровне отключены. Не хотите отключать? А можно их обратно включить? Я случайно, я хотел на крестик нажать. Могли бы вот эту вот херню сюда перекинуть, потому что, блин, ну можно вот как я случайно сейчас... ну и вот, собственно, заново все это пошло, да? Так, ну они типа потихоньку берут, ну как берут еду, они... Брали бы, если бы у них место для этого было. Так, получается, вы мне сейчас рекомендуете перейти уже дальше это... Миссии выполнять. Вот у меня усовершенствование всяких разных муравьишек. Дальше это первое испытание, Формикария, новый дом, захват и первое испытание. К следующему уровню мы всего вот тут три испытания. Ни больше, ни меньше. Дальше уже свободный режим идет. Хорошо, мы сейчас, наверное, выполняем самый первый уровень. Вот этот, новый дом. Что конкретно тут происходит, без понятия. Давай посмотрим. Новый дом, новая колония решила обосноваться в гниющем бревне. Но это будет непросто. Сложность, выберите сложность. Давай средняя. Режим испытаний, выкол. Награда, включая бонус за первое прохождение, поняли. Давай посмотрим. Так, хорошо. Паузу я ставить... Это королева... Это, конечно, все весело. Значит, ты так неожиданно начал говорить. Очень громко, очень прикольно. Это королева Формика Фуска основала свою колонию под гниющим бревном. Она толстая и уязвима. Ее первые отпрыски должны работать быстро, чтобы колония смогла выжить. Поиск еды – задача первой важности. Для них вокруг нее достаточно. И все это весело, опять же. Но давай ты еще тише будешь. Но поблизости обитают и другие голодные создания. Нужно работать быстро и незаметно, чтобы их не тревожить. Так, то есть тут у меня есть какая-то опасность. Опять же, все это помечается, все вроде как замечательно. Идем сначала тогда налево. Потом, может быть, сюда куда-то перейдем. Так, это личиночки, это их жрать можно. Муравьи наткнулись на группу личинок и... Где? Древо какого-то говна? Это беззащитные личинки, долгоносики станут отличной закуской для колонии. Их выпотрошат и превратят в еду, переработают, точнее, в еду. Хорошо. Нужно куда-нибудь в отдельное кинуть. Так, еду у меня 67 из 70. Камера хранения переполнена, это все замечательно. Нужно куда-то яйца перекинуть. Я очень сильно надеюсь, что они сейчас тут ничего это... Не затронут ничьи какие-то там гнезда. Не, не затронули, замечательно. Так, хорошо, это у меня военные, это у меня рабочие. Давай военных себе сделаем. Достаточной пищи. Окей, я надеюсь, что будет достаточно. 50 ровно штучек нужно для первых атакующих. Потом сделаем еще и рабочих. Вот это что такое? Постройка стоит 5 пищи, позволяет колену хранить до 10 на этой ячейке. Давай сделаем тогда побольше себе эту всю колонию веселую. Выкопаем вот это. И потом пойдем дальше вот это вот все выкопать отдельно. Вот. Где вроде как все нормально. Эй-бэй. Ну я надеюсь, что они справятся со всей этой веселухой. Опять же, давай тогда сделаем еще себе муравьев. Здесь у меня так уж и будут... Колония должна оставаться небольшой. Еды пока недостаточно, чтобы увеличить популяции. Никита, то есть я вообще больше не могу никого ничего сделать, да? Я ведь правильно понял.
Игра? Нет, а вот рабочих я могу сделать. Где эти рабочие? Так, подожди. Первая группа... Давай у меня будешь ты второй, ты будешь первый. 7 из 11. То есть я все-таки могу сделать. Да, я могу, просто мне сказали, что это... Не делай, а то... Потом пожалеешь, случай. Собственно, я сделал, я сейчас буду, походу, жалеть скоро. Да, подожди, мы немножечко опожжем. Тут как раз сделаем такой вот путь веселый. Сейчас заберем себе еды побольше. И давай-ка у меня первая моя веселая колония побежит вот сюда. Точнее, мои... Как вас обозвать-то? Так, пацаны, короче, идите сюда, не выпендривайтесь. А вы как раз-таки копайте. Вот. Что тут у нас сейчас происходит? А сейчас и узнаем. Кстати, заодно надо бы еще узнать, что у нас вот это... За подсказочки такие веселые. Рабочие разбудили хищных личинок Акупутус Оллинс, Стафила Пахучего. Уже в юном возрасте они готовы к битве. Они вооружены мощными мандибулы, раздирающих жертв на куски. Но пока они не полностью развиты. Только после окукливания они будут обладать крепкой бронью взрослых особей. Если муравьи будут достаточно быстрые, то они смогут переселить их этих тварей. Если бы муравьи потревожили взрослых особей, то исход мог бы быть куда более плачевный для колонии. Они должны были исследовать новую территорию, но осторожно, короче. Поняли? Ба, музыка прям такая стрёмная-пристрёмная играет. Что ж обосраться? Так вот эту вот штучку можно выкопать? Вай. Так, подожди, а больше я тут построить? А, нет, могу. Чтобы было гораздо больше места. Вот это вот все веселье. Опять же, давай вот это все откопаем, да выкапываем. И хранение у нас будет теперь побольше, это явно. Странно, я вот тут вот не могу закрыть, был бы гораздо красивее. И прикольнее. Так, ну и что, мы с этим справились. Вроде бы. Так, пацаны, можете, в принципе, вот сюда вот идти. С этими вроде как проблем опять же нету. Можно перейти куда-то сюда, кстати. Не, ну, собственно, все красиво, все весело. Пацаны, отправляйте сюда, а вы идите копайте вот это вот место. Можно сделать побольше, в принципе, рабочих. Но я пока не уверен, а мне это надо или нет. В гнездо проникли. Да не особо-то проникли. Все под контролем, кстати. Так вас надо бы откопать тут. Нормально. Эй! Это нифига так... Это не легко и не просто. У вас недостаточно пищи. Я вроде как всех перебили. А кто из них погиб-то из муравьев? Вопрос на миллион. Так, хорошо. За пределом формикария ресурс территории, маточное молочко не используется на каждом уровне. Постройку можно улучшить, если во всех сторон ее окружают постройки с кожевого типа или стены. В меню построек выберите улучшение, доступное к улучшению. Постройки обозначены зеленым кружком. Кликните на них, чтобы начать работать. Стоимость улучшения равна первоначальной стоимости постройки. И вот оно улучшение. Вот это я могу, значит, улучшить. А в чем прикол его улучшения? Оно в каком плане улучшится? Ну-ка давай посмотрим. Ну типа улучшили, а типа почему и зачем? Ну это можно выкопать и сделать еще... Муравьишку вот здесь. Типа сделаем побольше себе атакующих, потому что все остальные нам особо сильно типа и не нужны. Так, а вы, пацаны, тоже тогда сюда пойдете? Типа, а чё бы и нет? С едой у нас опять с тобой возникли какие-то такие непредвиденные проблемки. Ну, еду сейчас снова выкопаем. В чем проблема? Колония у нас уже набирает популярность. Колония голодает. Молодому расплод не хватает еды. Все нормально, не ссать. Сейчас все будет. Так, пацаны, идите вот сюда. Двоечка. Я правда не знаю, зачем я столько делаю строителей.
Так, и давай как мы сразу вот куда-то вот сюда перейдем. Личники проникли в гнездо, нужно защищать личинок. Ну, типа, нормально, пока что все красиво, все весело. Так, хорошо. А вдали интересно, мы идем сразу сюда или типа пока очкуем и идем вот сюда? Ладно, мы пока что очкуем. Давай, мои пацаны. А какая музыка-то у нас это? Во-первых, может быть громкая, хотя на самом деле... Не, если громко, то я потом это все исправлю. Сейчас я что-то как не настроен особо это, повышать голос там потом. Ну, потом все это, короче, уберу. Так, хорошо, а постройка окружена другим. Постройка второго уровня может быть улучшена до третьего уровня. Ну, это, в принципе, логично. Зачем бы на это все улучшать? Вай, скажите мне. Не совсем понятно, но типа ладно. Типа улучшаем, типа сейчас потом узнаем зачем. Так, вот эту штучку тоже можете откопать. Пожалуйста, так, рабочий, ну-ка сюда идите. Это что такое? Так, гнездо проникли, это все красиво и все весело. Так, пацаны, пока вы там все это делаете, мы давай тут поулучшаемся. Так, еще больше еды. Ух вы, какая же тут срань. А что нам нужно конкретно? Сделать побольше рабочих? Ой, этих атакующих. Давай попробуем их улучшить. Я, правда, не знаю пока для чего конкретно. У нас недостаточно пищи для вот этого всего веселья. Так, хорошо. Давай-ка тогда мы зайдем вот с этой стороны. Ой, какая же музыка у нас прям настораживающая играть. Ну, вроде пока, типа, нормально. Пока веселимся, пока играем за муравьев, пока это... Мои пацаны доходят, там сейчас одного этого рабочего загрызут. Так это я знаю, что проникли, я на это рассчитывал. Рабочего убили? Да, да их все-таки убивают. Да, их убивают, они сразу же снова возрождаются. Возрождаются они, естественно, за пищу, скорее всего. Так, хорошо. Вроде как с этим мы совсем разобрались. Пусть они вот так вот обходят, нам, наверное, не обязательно делать прямую дорогу. Так, хотя бы я успею хоть что-нибудь, кого-нибудь сделать, чтобы, если что, защитить. Так, хорошо, при помощи кнопок в правой нижней панели можно запретить группе муравьев собирать пищу или вступать в бой. Таким образом, вы можете и предотвратить сборы пищи группой в бой в разгаре битвы. Не забывайте отменять свои команды, когда надобность таких отпадает. Окей. Ну, битвы никакой нету, но мне сказали, типа, просто по приколу. Хорошо. Опять же, мы можем вот эту штучку улучшить. Улучшим, просто посмотрим, что это нам даст. Она, типа, улучшается, только я что-то вообще не выкупаю в смысл ее улучшений. Я думаю, что вот такого вот количества муравьев нам, типа, достаточно. Но мне подсказывают, что у нас сейчас возникнут проблемы. Поэтому давай сразу же что-нибудь с этим сделаем. И вот тут сделаем такой проход. Там сейчас как раз таки будут и ячейки, эти личиночки, веселиточки. Сделаем тут огромное, короче, пространство. Ой, это прямо вот уже есть огромное пространство. Все замечательно. Эта макриса будет хорошо смотреться в кладовой колонне, но они крепко вцепились в землю. Придется приложить немало усилий, чтобы их сдвинуть. Так, по идее, мои пацаны должны сюда сейчас перейти. И все вроде бы должно быть замечательно. Опять же, давай сделаем поболее себе пространство. С едой. Так, ну и что, красиво? Всех перебили. Молодцы, да и только. И как раз таки мои пацаны сейчас несут всю эту еду обратно к себе. Вот. К матке, получается. Да, вон и как раз таки не помогают. И как я понял, даже мои эти... Да, и охотники, которые это... Как рыцари, не рыцари, атакующие. Как вас назвать-то? Боевые, короче, муравьи тоже идут помогать. Прикольненько.
Да, и что-то там едят, что-то делают. Я надеюсь, они же помогают, и они просто едят. Еды у нас теперь дофига. Ну и на самом деле... мы дофига и больше можем перенести. Опять же, и тут у нас проблема, и здесь у нас проблема. И мне кажется, что как раз сейчас нужно будет... что-то делать с... колонией именно атакующих. Короче... 12 это максимум. Или нет? 15 из 10. Что с вами не так? Так, пацаны, идите все сюда. 8, 9, 10. А, ну они, видимо, выколупливаются. И сейчас все будет, короче. Так, мои обычные пацаны тоже тут. Давайте выкопаем тогда вот здесь вот проход. А ну-ка. Ну вот и все, в принципе. Думаю, сейчас все будет нормально. Пока атакуем, давай посмотрим, как они все там атакуются, как они там всех переубиваются. Ну, в принципе, довольно-таки прикольно. Гребаные муравьи с такой еще эпичной песенкой нападают на гребаных каких-то личинок с этими. Ну, кастрюли, короче, молодцы, да. Хорошо. Ну, из них сделаем как раз кисупчик. И что такое? Морить защищает прочный панцирь, чтобы его расколоть, понадобится много времени. Да что-то не особо много. Ну, ладно. В общем, мориться мы тут поморили с голода. Есть вариант, знаешь, какой? Пойти налево. Убить вот здесь вот всех. И перейти. Так, ну мы тут совсем справились, да? Да, и вот у нас еда потихонечку пополняется. 15 гребаных муравьев. Я, ну вроде как должно быть все быть нормально. Я думаю, что я справлюсь теперь. А, давай тогда выкопаем это. Где же мои пацаны здесь? Да, все 15 муравьев здесь. Ну давай поможем. Давай дальше захватывать. Хочу захватить вот эту зону и дальше потихонечку идти направо. Вот тут этот у нас главный, главный против, главный враг. Хорошо. Но пока что, типа, ничего не происходит. Все довольно-таки легко. Так, не, идите теперь еще вот эту штуку выкупите. Вай-вай-вай-вай-вай, не вы должны туда идти. Не вы, не вы. Так, хищники проникнули в гнездо, нужно защитить личинок. Мы типа там сражаемся. Так, один мой муравей погиб. Это я видел. Но, по-моему, мы выигрываем. Здесь всего 14 муравьев, 15. Ладно, мы точно их выиграем. Да, вообще замечательно. Хотя нет, 13, 14, 15. Да, выиграли. Так еще к тому же мы их убиваем, и потом еще больше себе еды находим. Так что все точно замечательно. Давай сделаем себе прям максимальную группу из гребных муравьев. Вообще нам ничего страшного никогда в жизни не будет. Где? Вот. Как-то так. Ты просто посмотри на это. Посмотри на этот ужас. Как у меня тут военные. Я просто пока не вижу смысла, чтобы мне делать больше семьи. Этих обычных рабочих. Ну, то есть, еду они никак не вырабатывают. Так что, пока не знаю. Так, единичка, ты идешь вот сюда вот. И заодно прокопаешь вот мне вот эту вот зону. Мои двоечки пусть пока находятся здесь. То есть, угарная альфа-группа пусть будет находиться тут. Так, я вам бы тут на самом деле освободил бы место, а то не видно нифига. Так, ну и все, не копает, все красиво, все весело. Еды у меня дофига и больше, и сейчас еще будет лучше. Ну и все, и вот вы, опять же, все вот сюда вот идете. Я же могу... могу, но... а, нет, могу действительно переключаться. Два раза кликаю, и меня туда телепортируют. Хорошо, тогда, значит, можно даже не мышкой это все делать. Замечательно. Не, ну может быть прикол в том, то, что чем мы больше, тем... больше сразу еды мы относим. Ну и мне типа не впадло, я могу подождать, хотя давай уж побольше сделаем. Типа, чё бы и нет. Вот
так вот как-то. Побольше будет, значит, обычных христиан. Ну и, естественно... Вот уверен ли мне, что мне прям это так сильно надо? Ну давай сделаем еще вот столько приблизительно военных. Да и все как бы. Здесь вроде бы есть и... И проблема на нашу голову, и проблемы-то и нету. Так, давай тогда вот это вот выкопаем. Я надеюсь, что мы сразу тут не перейдем в атаку. Все мои, сколько тут? 26 гребаных муравьев. Готовы к битве. Они только ждут этот момент. Жалко, что я тут не могу быстро... А, нет, могу. Быстро перемещаться я здесь умею. Мне нужно еще и... Короче, ты понял. Еще мышка нужна. Так, хорошо. Мои муравьи готовы. Пацаны, еще ближе подходим. Еще ближе. Чтобы прям сразу нанести им удары. Тихо. Хищники проникли нас, это в принципе не волнует. Еще было бы идеально их обойти с другой стороны. А вот один муравей это так сделал, только он был просто. 21, а у меня всего 26. Слушай, на этот раз мы довольно-таки больно сейчас получили по шапке. Но опять же, ничего нам это не дает, мы спокойно их сейчас загасим. Так, идите сюда, забирайте все это веселье. И давайте тогда закончим со всей этой веселухой. Сделаем себе еще больше муравьев. Сейчас это принесут, мы закончим вот с этой вот личиночной... личинками настоящих воинов, или как там еще можно обозвать. Давай быстрее несите. Вот. Так, сейчас побольше у меня будет уже 30 их, чтобы... Господи. Кажется, протогроменная армия. Не, ну прикольно. Правда, я не знаю, зачем уж прям так много мне их. Вроде как вы все тут захватили. Пацаны, идите вот сюда, вот тут бегайте, ходите, веселитесь. Давай сверху зайдем. Опять же, для того, чтобы у меня появились новые личинки, у меня было время, если что, отступить сюда, защититься, там построить новых моих этих пацанов. Там уже денег у меня достаточно. Так что все замечательно, все красиво, все весело. Так вот эта двоечка. Это мы ждем, это мы прикалываемся. Давайте. Где мой строитель? А вон строители бегут. Вы ведь строители? 32 муравья, господи. Так, где мои строители? Типа слишком далеко или что? А, нет, вот они пришли. Вот они, красавцы. Все, пацаны. Идем сюда. Давайте быстрее жрем их. И посмотри, тут еще не все сюда прибежали. Так там что-то новое выколупливается. Но как я понял, это выколупливаются эти. Являются. Мои атакующие пацаны. Я уж подумал, что меня сейчас откроют. Смотри, просто какая срань происходит. Ладно, давай, тут 30 штук, блин. Тот пошел в итоге это захватывать еду. Так, пацаны, опять же, потихонечку дальше выходим. Здесь пусть у меня тусуются рабочие, я не знаю смысла. Слушай, а рабочими же тоже можно, по идее, воевать. Так что все вроде как красиво. Нет, я могу сделать еще больше рабочих. Ну, я просто... Ой, не рабочих, а военных. Я просто не знаю, для чего это. Нет, мне игра позволяет. У меня есть как бы деньги. Ну, как деньги. Просто я не понимаю, для чего это. На данный момент все красиво. Ну, не, я, наверное, тогда просто сейчас себе буду еду копить. Как-то вот так вот сделаю. Вот. Наверх я пока идти не буду. Давай-ка вот тут вот все откупорим. Возьмем всю везде еду и, наверное, сделаем себе огромную армию из моих пацанов. Давай только еще вот тут вот откупорим. Чтобы было еще более эпично. Больше эпика, Карлу, больше эпика. Так, хорошо, мои пацаны идут опять же. Жалко, кстати, что нельзя ускорить все это. Хотя, по идее, вот 5 пищи, ускоряет движение муравьев. Для чего? Пока не особо знаю. Не особо понимаю. Хотя можно посмотреть, просто по приколу. Просто реально, меня пока полностью устраивает и скорость,
как они доходят. Хотя давай посмотрим, просто опять же по приколу. Ой, блин, как же это дорого все стоит. Вот такую вот дорожку прокладывать. Ну вот, собственно, как-то так. Думаю, все нормально. Вы это все строите? Да, строит вот тропиночку. Красота, да и только. Можно типа еще сделать вот здесь такую же тропинку. Но я не знаю, кто там будет проходить. Просто для красоты ее тогда им обустроили. Как-то так. Мы ее, кстати, еще можно было улучшить. Опять же, пока не совсем понимаю, зачем. Да, вон они там что-то обустраивают, что-то делают. И раз уж начали, то давай тогда и вот с этой штучкой закончим. Еды нету, сейчас будет, сейчас все замечательно. Вот куда-то вот так вот. Ого. Так, моя двоечка, вы идете сюда сразу же? Я думаю, вам туда уже не надо идти. А, нет, надо. Вам надо. Идите справляйтесь со всеми. А то долго и долго сейчас они будут жрать. Так, ну еще. Делаем побольше себе военных, опять же, для чего-то, зачем-то. Против вот этого. Вдруг какая-то прям странная несусветная будет. Не факт, скорее всего, да и вряд ли вообще. Колония голодает. Молодому расплоду не хватает еды. А почему голодает? Я дебаф какой-то из этого получаю или что? Так, мои вот эти вот пацаны, идите вот сюда. А вы идете сюда. Это, кстати, у меня центральный получается, и тут и все делают. А мои обычные, они просто херней страдают, да? Вот посмотри, какая тут реально срань бежит. Смотри, сколько этих муравьев. Господи, прикольно же. Я, правда, не понимаю, почему мои боевые тоже там бегают. Ну, допустим, тут всего 17, а у меня их 39. Так-то штучек. А, это еще даже не вылупились те. Ой, какая же срань. Я тут 40 штук, господи. Это уже куда больше-то. Давай по приколу просто заполним уже тут все. Просто чтобы посмотреть, какая тут срань может у нас произойти. Господи, смотри, да это, господи. Я, ну, прикольный. Прикольно. Мне нравится. Так, вы с вас тогда это... Направляем всех сюда, опять же. 35, 36, а вас должно быть 42 штучки. Где все? Потихонечку идут. Ну ладно, пока они там идут, выкопаем вот эту вот стеночку и идем, ждем тогда. 46, 41. Ну и 42 где-то, вот он бежит, допустим. Так, пацаны там у меня идут. Слушай, а может вас сюда послать? А вы будете вот эту штучку копать? Где? Predators are loose in the nest. Так, хищник проникли в гнездо, нужно защитить личинок. И вот, собственно, огромная уже большая, да? Сколько у меня тут? Муравьи оказались на пути и мага Сефелина Пахущего. И он изголодался. Эта жука почти 4 раза превосходит в размере бурного муравья. И защищен крепким панцирем. Схватки с крошечным защитником гнезда Сефелин выделяет зловонную жидкость из кончика поднятого брюшка, которая дезориентирует муравьев. Пахущий Сефелин мертв, его трупом можно покормить десятки личинок. Это когда все весело. Прямо обосраться можно. Но ради чего мы сейчас это делаем? И почему так все легко? Взрослый вот Сефелина Пахучего агрессивного, выносливого. Но это нам не интересно. Мы и без этого понимаем, что она типа должна быть сложной. Мне на нее сразу нельзя нападать. Мы, собственно, это и не делали. Так опять же, копаем. И сразу же все мои пацаны идут сюда. 26-30. Все остальные не успели, да, пройти? 32. Ну, типа... Единственное, что меня сейчас может напрягать, это вот это вот.
Ой, подожди, а что, всех моих убили, что ли? Так, подождите, пацаны, вы идете вообще тогда вот сюда куда-то? Вы последний оплет нашитый всей войны путь. Смотри, реально убили. Еды у нас вроде как достаточно. Слушай, я не ожидал то, что меня сейчас тут разгрызут. Я думаю, это уже все. Они как бы попытались, у них это даже вышло. Я, правда, не заметил, как всех моих муравьев переели вообще. Я, ну, все вроде нормально, не зря я тут делал. Огромный такой проход непонятный. Хотя, смотри, до сих пор сражаются. Колония голодает. То есть мои все эти погибли. А чего такие живучие-то? Размер... Это не прохерел ли случай? Давай-ка мы, знаешь, что сделаем? Вот такую вот хитрость. Бои до сих пор вроде как бегут. А, все, замечательно, мы всех победили. Ура! Эта колония проявила себя как достойного соперника в борьбе за власть в подлеске. Скоро их нужно будет распространять свое влияние на поверхность, где их ждут новые испытания. Но пока королева в безопасности. Пока. Победа, Виктори, замечательно. Ну, собственно, мы с этим справились. Пока это типа было просто своеобразное такое обучение. Это обучение было довольно-таки долго, и чё? Не, ну прикольно, конечно, но хочется побольше. 41 минута закачивать, что ли, на это? Вердите, я все. А выберите награду для своего формика. Интересно. Больше маточного молочка, больше пищи, больше территории. Что нам это конкретно дает? Ресурс территории позволяет вам выбирать место для расширения вашего фармикаря. Одна единица этого ресурса равноценна одной ячейке. И хорошо, что ты, пища, необходима для создания новых построек, усовершенствования уже имеющихся, а также для развития более взрослых муравьев. Из личинок. Перед долгой битвой убедить, что у вас достаточно ресурсов. Маточное молочко используют для открытия новых видов муравьев и их улучшения. А для этого открутировать... Ну, давай тогда молочко себе возьмем. Продолжить игру, завершить уровень, я думаю. Тут больше ничего интересного нет. Так, очки, вернуться в фабрикарий, если сломал умение, пройти уровень на средней сложности, не улучшая солдат. Быстро обустройство. Ну, короче, я это все не прошел, потому что даже и не знал. И вот он, фабрикарий. Как дела у колонии? Королева ведет себя интереснейшим образом. Мне кажется, колония начинает адаптироваться к своему окружению. Вот так вот. Неожиданно, весело, прикольно. Чтобы создать проход на поверхности, дайте муравьем команду вырыть туннель наружу. Это можно сделать в самой северной части гнезда. Кликните левой кнопкой мыши, чтобы начать распаковку. Раскупить точнее. Ну и распаковку тоже. Полученные на уровне ресурсы будут доставлены в ваш формикарий. Короче, вы мне предлагаете вот тут выкопать, да? Давай просто посмотрим. Камера хранения переполнена, ну так это возьмите и... Сделайте их больше. Что-то мы там выкопали. Ну, типа. Не совсем понял, что мы там сделали. А, не, смотри. Бэй. Вот у нас получается тут это. А, ну это формикари. То есть вот они тут водится, херится, там подобное. То есть мы, по идее, сюда сейчас можем это, рабочих вызволить. Вот, рабочие у нас сюда как раз идут. Куда? Вот сюда. Вот. Я не буду жрать спокойно. Так, поверхность предоставляет собой огромную открытую территорию, где встречаются всевозможные существа, другие муравьи, колонии, а также множество опасностей. Контроль игры на поверхности не отличается, используйте феромоны, чтобы повредить группу муравьев. Замечательно. Моя группа муравьев бежит? Бежит, вот она идет, веселится. Еды у нас, конечно, сейчас будет с ней проблема. Точнее, как проблема. Давай-ка тут немножечко все это увеличим себе. Вот как-то вот так вот сделаем.
Ой, теперь с едой у нас не должно быть вообще никаких проблем. А где мои муравьи? И алло, пацаны, вы чё? Вам феромоны неясно сказали, идите нахер отсюда наверх. Так вот один муравей пошел. Красавец какой. И херак захватил какую-то фасоль. Молодец. Это именно то, чего от тебя хотели. Ой, это походу какие-то клещи или что-то такое. Это бобы какие-то. Вот это клещи или что-то. Или это... зерна этого кофе. А хер его просышь. Короче. Пацаны, если вам там еще нужна эта еда, белок, все дела, то вот идите зажарите вот этих пацанов. Собственно, как-то вот так вот. Какая-то вот такая вот игрушка. Довольно-таки прикольно. Мне нравится. Ну, а что сказать, больше-то я особо-то и нечего. Больше еды, богу еды. И они все объединились в одну. А как их интересно разъединять? А то просто одна колония с 14 муравьями, это, конечно, весело все. Так, пацаны, собственно, сюда пришли, и пацаны, теперь идете вот сюда. Ребята, в общем, вот такая вот игрушка, прикольно, мне нравится, весело, интересно, сохрани формикарий, сохрани успешно. И, собственно, как-то вот так вот. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Всем спасибо за просмотр, ну и уважайте главную матку. Собственно, и старайтесь во благо нашей колонии. Всем спасибо, всем пока.